Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. И заходим сразу же в тренировку для того, чтобы забрать наших бойцов отсюда. На этом, естественно, сюрпризы не заканчиваются. У нас, ребята, и есть персонаж. Давайте зайдем в армию и... Оу, два персонажа! И кто же это? Так, бот-паук у нас, ребята, получает третью звезду. Круто. Слушай, ему еще одну звездочку, и он будет, наверное, у нас в основном составе, скорее всего. Так, и здесь, а здесь у нас Тритон получает тоже, ребята, третью звезду. Слушай, ну это круто, ребят, это очень круто. Мне нравится, когда наши персонажи получают новый ранг, получают звезду. Соответственно, они становятся крепче, сильнее. И есть шанс, что они скоро могут попасть к нам. Будут именно с нами, за нас воевать. И это очень классно. Ребята, у меня, как вы, наверное, заметили, уже 93 уровень. Я нечаянно его получил, так как зашел и купил себе в магазине пробирку на опыт. Ну, вы прекрасно все знаете, о чем я говорю. Именно вот об этой фляжке. Вот, я купил, и у меня апнулся ранг, уровень. Так что, ребятушки, теперь мне надо только лишь повышать. Повышать левел, кстати, арена. Давайте посмотрим. Какой я? Я на первом месте. Ёлки-палки, ребят, мы получаем с вами 30 карточек на молотильщика плюс сундук. И что в сундуке нас ждет? А в сундуке нас ждет, кстати, довольно неплохой ревард. Ну как неплохой, ребята? Я выделяю здесь трех. Вот это вот воблер. Я выбираю здесь деда старого и жаба с пушкой. Ну, естественно, деньги, они всегда нужны. Ну, вряд ли я, конечно, вот сейчас смогу пройти. Я посмотрю, конечно, какой уровень противников. 99-й, ребята, 99-й, согласитесь. Мне ловить здесь нечего с ними. Ну, просто нечего. Они меня расколбасят. Вуджен 99-го уровня. Жаба с пушкой. Ну, и сами понимаете, что такое жнец. Нет, я даже не буду туда рыпаться, если честно. А вот прапать мне кого-то надо. Я, наверное, хочу прапать, ребята, ведьму. Все. Здесь вроде бы мы разобрались с вами, да, тренировки. Так, с друзьями я уже, как говорится, пообщался, уже забрал у них подарочки. И мы приступаем. Секунду, секунду. Мы не будем приступать к этому заданию. Мы вот испытание вначале сделаем. Друидка все-таки у нас, ребята, здесь разыгрывается. Она мне нужна очень сильно, поэтому я буду за нее, как говорится, бороться. Я хочу ее проапать, чтобы этот босс у меня был пятизвездочным. Придется, конечно, постараться, я ничего не говорю, но она же этого стоит. Конечно, стоит, ребята. Поэтому давайте заодно набьем с вами опыт и деньги. Деньги нам нужны, так как у меня не все проапанные. Будем к этому с вами стремиться. Конечно, мне хотелось бы еще проапать какую-нибудь из баз. У нас с вами три основные базы, да, которыми я играю. Но вот в последнее время задумываюсь, после того, как жнеца мы с вами проапаем, да, я, наверное, буду качать какую-то из баз. Мы с вами потом определимся. Может быть, это будет даже база друидки. Потом мы с вами поголосуем и узнаем, кого же нам все-таки лучше прапать, чтобы и вам было интересно, и мне не однообразно. Так, хорошо, предположим. Все у нас пока отлично, ребята. Давай вызовем мага воина. И сразу же следом мы отправим, скорее всего, джаггернаута. Главное, чтобы здесь не было мага. Маг — это, знаете, такая еще вредная та штука. Со своей массовой атакой начнет тут куралей сейчас. Ну, я думаю, что все, ребят. Все. Песенка его, как говорится, была спета. И мы сейчас просто разнесем в хлам ему замок. Сами прекрасно все видели. Отлично, продвигаемся дальше, ребята. Мы получаем, сколько карточек нам дают? 23 на друидку, да? Да, ребята, 23 карточки на друидочку. И мы с вами еще сделаем очередную ходочку. Поехали. Берем абсолютно тот же состав. Хотя, знаете что, я в последнее время думаю, что нам нужно прокачать щитобота. Многие из подписчиков мне просто рекомендуют взять даже хотя бы вместо того же самого голема. Во-первых, он дешево стоит, с чем я соглашусь. И то, что по защите он действительно хорош. Да, я помню, ребята, он держит оборонку, но чуть ли не один из лучших. Мне кажется, даже лучше, чем голем. У голема есть большой плюс только в том, что он может сам себя отхиливать. С этим не поспоришь, ребята. С этим не поспоришь. Щитобот не может отхиливаться, но он держит довольно хорошо удар. Что там? А, базу я не взял, да? Я не взял базу, ребята.
Так, подожди, или взял я все? Не могу понять, что нужен. А, нужен хотя бы один или боец. Ну давай редактируй, давай, давай. Да, естественно, ребят, я забыл взять базу, конечно же. Как я без базы рванул. Так, сделаем с вами еще, как говорится, два боя. Надеюсь, этот бой у нас тоже с вами будет победоносный. Мне нужны деньги, мне нужны, конечно же, карточки на друидку. Другого способа как-то ее фармить, ребят, я не вижу. Именно вот на ежедневных вот таких вот ивентах. И то при большой-большой удаче, что она выпадет вам когда-нибудь. И что вы можете вот так вот с любой свободной командой здесь разбираться. Естественно, такой шанс упускать просто-напросто нельзя. Так, сейчас я чувствую, маг выйдет или не выйдет. Нет, ребят, ага, вышел. Явился, как говорится, не запылился. Все, пока у нас хорошо. Я вызываю, ребята, опять же мага-рыцаря. Слушай, а Джиггернаут все-таки, ребята, очень сильно проигрывает по отношению к паладину, да? Вы заметили? Очень сильно проигрывает. Вот маг-рыцарь против палыча самое то. Оптимальный вариант. Как говорится, сила и жизнь. А вот Джиггернаут, к сожалению, нет. Ему лучше все-таки валить таких вот, как бандитов всяких, да, разбойников. Ну, мелких сошек, короче. Но не крупную, как говорится, дичь. Ну что ж, давайте, ребята, с вами опять же сделаем очередную заходочку. Быстренько, быстренько, буквально. Так, выбираем, что у нас тут. Выбираем с вами Рунина, выбираем мага-рыцаря. Берем, опять же, Джиггернаута и, естественно, баллисту. Босс у нас будет... А что думать? Давай. Хотя даже, ребят, мы не успеваем с вами вызвать босса. Можно даже без него здесь проходить. Но все равно нас не впустят в бой без него, да? Или впустят, если я его не возьму. Это будет интересно. А где? Куда у меня звук делся? Ребят, куда делся звук? Интересно мне знать. Очень странно. У меня, ребята, исчез куда-то звук. Я не знаю. Надеюсь, мы вот этот вот уровень, когда с вами проиграем, он появится. Пока для меня это все не критично. Так, тихо. Давай-ка мы вызовем мага-рыцаря себе сюда. И кто там у нас? Ага, это просто башня сработала. А вот, ребята, и пройдоха выходит. Нам нужно его... Блин, а почему ульта не сработала? Почему до него не достала, извините меня, ульта? Так, ну что, мы уже подошли с вами к замку и начинаем, как вы видите, его кромсать. Так, давай-ка еще одного мага-рыцаря вызовем. Потому что здесь, ребят, ну никто не справится с ним. Он будет сейчас всех тут разбирать, этот паладин. Так, и все. Отлично, ребята, разнесли мы в хлам. Так, получаем с вами последний приз. Это у нас сколько? 8 карточек получается, да? 8 карточек на друидку, ребята. И уже со спокойной душой и с чистой совестью мы с вами, естественно, будем переходить на сюжетную линию. Но у нас есть деньги, поэтому я могу даже проапать себе. А кого? Наверное, это будет, ребята, Грифон в первую очередь. Потом уже будем по нарастающей. Посмотрим, кто главнее и нужнее. Ну что же, поехали дальше. Ну что, ребята, мы с вами остановились на нефритовой долине. Да, у нас, по-моему, всего две... А, даже одна вот эта нефритовая долина осталась на этом портале. И мы, кстати, перейдем на 79-й. Ну что же, давайте приступать. И здесь у нас Ронин и всадник на журавле. Соответственно, нам нужно, ребята, держать марку. И мы будем тоже играть там, где у нас есть Ронин. Потому что это единственный, кто может, по-моему, контролировать этого Ронина. Ронин на Ронин, короче, у нас будет выходить. Давай проверим. Ну, естественно, если... Опа, ты понял? Ты понял, что сейчас произошло, ребята? Это просто было великолепно. Мой Ронин просто его порвал. Как так получилось, я ума не приложу. Видимо, кто быстрее кританет. Ты жук. Ладно, хорошо, давай мы так сделаем. Так, подожди, подожди, через отражение... Наказываем. Замечательно, ребятули. Так, и вызываем чумную мышь. Так, минус. Так, ну, добиваем, добиваем. Есть, ребятули. Ну что же, я вам скажу, довольно неплохое у нас начало здесь. И мы переходим с вами на вторую миссию. Здесь у нас, ага, опять же Ронин. Здесь же у нас терракотовый воин и всадник на журавле. Естественно, ребята, не будем изменять сами себе. Будем этот же отряд выбирать, потому что здесь есть Ронин. Так же, как и у врага нашего есть Ронин. Так. Все зависит от того, кто, ребята, как выйдет. Если мой... Ну? Твою же маковку, это опасно. Воу, а вот так вообще опасно. Мы ничего не можем сделать, конечно же, ничего не сможем сделать.
А вот так вот, да, есть шанс, ребята. Минус. Давай так попробуем. Отлично. Так, а вот, ребята, и сам воин Терракота вышел. Естественно, я ульту не буду здесь применять. А вот теперь, наверное, надо. Потому что я... Ага, Ронин вышел обычно. Ладно. Обожаю я мага-воина вот с этим вот скиллом на отражение. Просто блеск, на самом деле. Просто блеск. Так, тихо, 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 тихо. Не надо буяни здесь. Не надо паники, ёлки-палки. Да что ж ты будешь делать? Как он мог достать вот сейчас в данный момент? Я не понял, ребят. Как он может его пробивать? Это же не должно быть так. Потому что БФГшка отпрыгивает, когда делает удар. Но он почему-то все равно умудряется как-то его достать. Ладно, не будем придираться. Воу-воу-воу-воу-воу. Да ну! Тихо ты! Слушай, ребят, ну что-то тут как-то вообще у нас все... Все идет не так, как я хочу. Давай вызовем Ронина. Так, бомбанули, ладно, отлично. Давай я призову чумную. Да вот здесь все нам портит, ребята, всадник на журавле. Вот что я понял. Так, попробуем сделать вот таким вот образом. У нас 48 секунд. Вот что я могу сказать. Это очень плохо. Нам надо успеть забомбить. За, грубо говоря, за 35 секунд. Ладно, попробуем. Сейчас я... Во! Есть! Отлично, по красоте, мы успели. Мы успели здесь простоять, выстоять, выжить и разнести замок. А вот тут уже прибавляется ко всему прочему еще и тигр. Как говорится, еще одна головная боль для меня. Слушай, придется, наверное, вот этих вот ребят полностью здесь и потерять. То есть мой отряд здесь, скорее всего, потеряет всю энергию на прохождение именно этого континента. Так... Слушай, я боюсь... Фу ты, елки-палки, я уж испугался, что он выбежит. Но он, видите, идет нормально, поэтому, конечно же, маг-воин будет с ним разбираться. Причем довольно неплохо разбирается. Мне нужно накопить... Оу! Вот это было грубо. Кто кого, интересно, как думаешь? Ну, твою же маковку, ребята, ну... ну вы сами все прекрасно поняли, да? Почему я расстроился? Потому что нам был нанесен удар по замку. Соответственно, мы с вами сфейлили этот этап, этот уровень. Соответственно, я еще сфейлил энергию. Для меня, конечно, это немножко печально. Но в любом случае замок я ему сейчас разнесу, точно я вам говорю. Пускай он тут не выделывается даже. Так. Интересно, кто сейчас... Он будет... Да, да, конечно же, ребята, он будет. Он выпустил свой дух. Я даже почему-то в этом не сомневался. Для меня редкость тогда, когда он не вызывает. А когда вызывает, это, знаете, само собой разумеющееся. Так, тигр. Сразу же положил, да, мне Ронина. Оу-оу-оу-оу-оу, тихо. Пипец просто. Вот это да, вот это мы, блин, сыграли, называется, ребята, с вами. Лучше, блин, не придумаешь. Ай, да что ж происходит-то? Ну, давай сделаем так и вот так. А получается, что мы, наверное, даже бы, ребята, в любом случае с вами здесь не смогли пройти. Потому что у нас времени, как видите, 47 секунд. А я еще даже никак не могу подобраться к базе. Смотри, вот только сейчас подобрался. Опять же, Ронин тут психует. Мой в ответку бомбит. Наверное, надо немножко нам ускориться. Здесь все нам портит тигр со своей душой. Так, забомбили. И разнесли мы все-таки замок. Но меня это не устраивает положение дел. И, соответственно, ребят, я буду переигрывать. А переигрывать у нас это будет трата энергии. Да. Ох-хо-хо-шечки-хо-хо. Ну что же, попробуем, ребят. Вызывать будем в первую очередь, конечно же, Ронина. Пускай он пока бежит или идет, не знаю. Кто кого? Опс, а вот это было несправедливо. И опять, ребята, фейл. И опять фейл. Твою ж маковку, да что ж такое происходит, а? Ну давай, разноси, разноси. Все равно бесполезно тут с тобой драться. Бесполезно, там еще один бежал, ребята, в истерике, вон он. Понимаешь? Значит, будем с вами брать тот отряд, где у нас есть друидка. Потому что она может хотя бы, ну, захилять базу. Даже если мы с вами получим урон. И я почему-то на это рассчитываю. Так,
Что у нас тут? Ну, в принципе, неплохо. У нас здесь есть мечник, да? У нас здесь есть паладин. Но этот отряд у нас, конечно же, медленный сам по себе. Тут тяжелая такая пехота. Даже не знаю. Ну, в любом случае, деваться нам некуда. Будем пытаться, ребят. Мечник. Во-во-во-во-во-во-вот. Вот-вот. Именно этого, ребята, я и боялся. Так, хорошо. Давай далее. Давай. Да чтоб тебя. Ну, отлично. Вот так вот хотя бы. Хотя бы так. Ну, мне теперь нужно, ребята, как-то призвать. Ну-ка посмотрим, как мои ниндзя. Нет, ниндзя тоже здесь, ребят, не успевает, к сожалению. Да чтоб тебя, хай-хай. У него тут, ребят, да слишком дофига. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Да ну куда ты бежишь? Куда ты разогнался-то? Чепушила ты никудышная, ну. Ребят, это что-то какой-то, я не знаю, для меня нонсенс просто. Ты прикинь, я не могу ничего сделать. Что-то я совсем взгрустнул, если честно. Все, все. Я вспомнил, что же нам нужно делать, ребят. Ну, какой же я этот невнимательный. Мы же с вами как справлялись с Ронином раньше? Никто не вспомнил? А я вам сейчас напомню. Мы же брали нашего любимого, да-да-да, зомби. Он, правда, стоит 200 манны. Но зато мимо него никакой Ронин не пробежит. Поехали, будем пытаться. Фух, ну и тем более, сами знаете, что это массовый взрывник. То есть с ним не поспоришь. Главное успеть его призвать, конечно же. Давай, 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 иди, 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 иди сюда. Сейчас взорвешься же в первую очередь. А? Как тебе, понравилось, лопух? Да, ребят, ну не стоит забывать, что он нам тоже нужен. Потому что, во-во-во, видишь почему? Вот именно, ребят, поэтому он нам и нужен. Практически постоянно его приходится вот так вот вызывать. Так, ураганчик. Ураганчик, ребята, это хорошо. Так, а что я сижу, жду тут? Блин. О, хорошо хотя бы так, ребята. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй, никакого хая. Да ну! Да куда? Нет, ребят, что-то не получается. Блин, да чтоб тебя, а? Что не так? Хорошо, давай так сделаем. Попробуем через паладина, ребят. Какая-то маленькая вероятность того, что мы вообще здесь, ребят, сможем что-то сделать. Очень маленькая. Слушай, я, наверное, так не смогу не накопить себе на эту. Да? Или смогу? Давай, давай, подходите все сюда. Так куда ж... А, ну ладно, хорошо, хорошо. Да ну, ты достал уже, ну серьезно. Ребят, у меня просто здоровья на базе вообще нету, если честно. Как вот, как мне тут противостоять ему? А? Ну давай попробуем так сделать. Мне нужна ульта, ребята, ульта. Хиляется, база-то хиляется, но никто не может, ребята, ничего сделать. Всаднику на журавле. Ну? Разнесу, да? Ой, ладно. Пришлось, ребята, так сделать мне. Потому что, ну, это уже чересчур. Это перебор просто-напросто. Получается у нас какой-то. Мы зависим с вами просто на этом уровне тогда. Я тебя сейчас хайкну. Да, 10 гемов пришлось, ребята, мне потратить. Ну, просто другого варианта нету, ребята. Просто нету. Понимаете? Посмотрим, что у нас из этого получится. Надеюсь, выиграем. Не зря я потратил их, а? Хотелось бы мне в это надеяться и верить. Так, давай, зомби взрывной, давай. Так, взорвись там.
Так, у нас с карточки выпадает энергия. Давайте опять же применять ульту. О-оу, о-оу. Сейчас смотрите, покажется, мне друидку накажут. Жесть. Прикинь, я не могу ничего сделать из-за этого всадника на журавле. Потому что паладин, он один у меня, ребят, не справляется. А это единственный, кстати, юнит, который у меня может бомбить именно воздушные цели. И это единственный юнит. Ну как он так делает, а? Я во времени, ребята, не ограничен, понимаете? Ну вот что вот он стоит-то, дурак этот, блин. Трындец. Просто берет и стоит мой этот... Что с ним не так, ребята? Он не хочет драться. Вы видели, он уже второй раз просто стоял и любовался, блин, просторами. В чем проблема-то? Сейчас опять друидку мне накроют. Тут что-то не то, ребят, творится. У меня такое ощущение, что игра то ли лагает, то ли багает, что-то такое. Что-то не то. Ну, предположим. Смотрите, ребята, всадник на журавле, у него тоже завис. Что не так? Куда мой зомби пошел? Почему он прошел мимо Ронина? Я серьезно говорю, здесь что-то не то творится. Хм, интересно. В чем проблема-то, вообще не могу понять. После того, ребята, как в игре пропал звук, она начала что-то чудить здесь, если честно. Очень интересно. Очень, для меня это очень, ребята, интересно, что тут происходит с игрой. Смотрите, он просто зависает. Тигр завис, он ничего не делает. Какой-то нонсенс просто-напросто, понимаете? Нонсенс какой-то. Смотри, друидка моя стоит, ничего сделать не может. Он ее просто убивает. Что происходит с игрой? Эй, объясните мне, пожалуйста, что за ерунда? Ну, я, ребят, не шучу. Это на самом деле так и происходит. Вы все, наверное, сами видите. Смотрите, тигр просто встает и не двигается. Почему? Что за глюк? Что за баг? Что происходит вообще? Да, конечно, это трындец. Смотри, он... По идее, Ронин должен был ударить сейчас, но он ничего не сделал. Прикол, я вам скажу, ребята, какой-то просто-напросто. В первый раз за все время, что я играю, я в первый раз вижу вот такую штуку. Я серьезно вам говорю. В первый раз. Так, здесь-то что? Ё-моё, здесь еще и Вуджен, ко всему прочему. Твою ж дивизию. Здесь, ребята, Вуджен. Да. Сейчас он тут мне будет устраивать карнавальную ночку. Так, ну что, кого? Я не знаю, ребят, кого мне здесь вызывать, если честно. Против Ронина. Если он сейчас побежит, как псих, то я здесь ничего не смогу сделать. Так, ладно, мы предположим, ребята, мы предположим, что вышел Терракоша, да? Естественно, в эту компашку нужно вызывать Грифона. И я, наверное, буду, ребята, его вызывать, конечно же. Здесь нет смысла мне вызывать... этого баллисту. Ее разнесут. Но давай, 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 давай. Да в кого ты бомбишь-то? Хм, удивительно. Удивительно, ребята. Мы не смогли с вами здесь пробить. Так, хорошо, пускай они сейчас все в кучку здесь встанут. И мы, ребята, уже будем с вами тут бомбить. Давай так сделаем. Опа! Предположим. Блин, ну... Ну, дай баллисту мне. Так, ребята, баллисты я призвал. Да этот Терракоша, ты достал уже, ну серьезно. Деда я вызывать не буду. От него тут смысла нету, ребят, никакого. Так, смотри, что они делают. Нате, получите, гаденыши. 53 секунды. На все про все, да? Ну, естественно, сносит. Естественно, ребята, сносит. Опять же, мне здесь никак не пройти.
А не пройти мне здесь, ребята, без прыгуна. У меня не понос, так золотуха. Знаете, что я вам скажу? Один отряд подходит, другой не подходит. Как мне вот тут быть? Не получается. Всадник на журавле слишком хитер. Слишком хитер. Плюс вот эти ребята Вуджен, то что он находится за терракошами, это, конечно, имбово. Это очень имбово. Ну пипец просто, смотри. Даже если я вызову баллисту, предположим, ребята, он у меня не выживет ведь долго, так? Так, ладно, хорошо, один Вуджен упал. Но это только один, а их там двое было. Соответственно, вот, из-за времени мы с вами здесь сфейлились. Да, терракоша, конечно, дает. Непробиваемый кусок камня, а? Просто непробиваемый, ребят. Я ускоряюсь, короче, потому что у нас уже в любом случае фейл. Я попробую просто здесь быстренько пройти, если получится. Или в любом случае проиграть. Что-то одно из двух должно быть. Либо выигрыш, либо фейл. А какой уровень вообще тут противника-то? Я не могу понять. Что-то как-то больно имбово здесь рулит все это. Так, ну предположим, мы уже начинаем бомбить потихоньку базу. Опять же, я, ребята, еще ускорюсь, чтобы все это быстрее намного проходило дело. Ну ты посмотри, сколько мы, ребята, мурыжимся, да? Сколько мы мурыжимся. Там, наверное, где-то 99 уровень, мне почему-то так кажется. Другого объяснения нету, почему у нас так все это долго идет. Смотрите, получается, Грифон... Такое ощущение, что Грифон там кое-что делал. Так, нет, родной, не надо меня никуда перекидывать, потому что я еще с этим делом здесь не закончил. Не надо меня сейчас перебрасывать, пожалуйста. Так, ну что, с этим отрядом все понятно, ничего не выйдет. Здесь, что у нас, ребята, здесь происходит? Здесь, кстати, может быть даже все у нас хорошо получится. Потому что здесь зомби-камикадзе, он все-таки взрывается, немножко пройдя вперед. То есть, соответственно, урон наносится после того, как он проходит основную цель. Если, конечно же, такой чувак, как Ронин, его не подбивает заранее. Угу. Но, опять же, я вам хочу сказать, ребята, всадник на журавле здесь противный. Всадник на журавле, он очень, ребята, очень противный. Смотри, сразу же, ребята, он встает, блин, в стойку свою долбанную. Практически моментально. Куда ты разогнался, придурок? Ой, дурила-то деревянная, картоновая, или как тебя назвать-то, я даже не знаю. Оп, опять в стойку, смотрите, ребята, видите, в каменную. Да. Хорошо, предположим, ребята. Давай сделаем так. Вызываем паладина. Так, что? А почему? Непонятно, конечно, для меня было, кто мне нанес, успел нанести урон по базе. Хорошо, мы отхилялись с вами. Это большой, как бы, плюс. Ну, ё-моё, ну что происходит? Мы захиливаемся, да? Мы успеваем. Иди сюда. Достал там уже. Пили, как мне, на скрипке. И смотри, еще один Вуджен там стоит. Одного уничтожаешь, второй появляется. Ну, давай, взрывайся вон там, он, где этот Вуджен стоит. Есть. Зомби-камикадзе знает свое, ребята, дело, поэтому все отлично у него получается. Так, я так понимаю, сейчас еще, да? Ну, еще, естественно, выходит Вуджен. Зомби у меня на этот раз, ребята, не получается никак. Так, давай сделаем вот таким образом. Мне главное, чтобы Вуджен, ребят, сюда притянулся. Вот, и все будет хорошо. 37 секунд, 37, ребят, ну, что за дела? Так, мы отталкиваем, вот, он одного за другим слайд. Давай-ка на ускорении попробуем. 20 секунд, ребята. 15, блин, да что ты будешь делать-то с ними? Да хоть кто-нибудь может пройти туда? Нет, ребята, опять фейл у нас по времени. Да чтоб тебя, а? 5 секунд, не получается. Я не могу вот этих вот упырей пройти, ты представляешь? Здесь, наверное, нам придется брать с вами прыгуна. Угу. Скорее всего, прыгун здесь нам только поможет. Ну как так? Вот из-за времени фейлимся и все.
И все, смотри, как только мы с вами проиграли по времени, да, сразу же мы начинаем разбивать замок. Что за закономерность, что за глюки в игре на наших уровнях сейчас попадаются, я не могу понять. Так, хорошо, в этом отряде мы с вами заменим тогда, знаете что, мы заменим, наверное, рыцаря вот этого вот. Потому что, ну, здесь он, от него вот в данный момент действительно толку ноль. Поэтому я заменяю рыцаря на прыгуна, скорее всего, получается так. У нас больше же нет никого из таких, из массовиков, которые могут у нас быстренько, как говорится, уничтожать противников. По-моему, нету, да? Молотильщик, я думаю, нам пригодится здесь, поэтому давайте, ребята, убирать. Убирать с этого отряда рыцаря и берем с вами... Так, и берем с вами прыгуна. Тоже, конечно, была идея, ребят, прокачать себе Вуджена по полной программе, но я немножко сомневаюсь, что здесь он зайдет. Можно, кстати, вместо вот этого зомби взять всадника на журавле. Почему всадника на журавле? Потому что он может пройти, ребята, цели. Да, наверное, вот так вот мы с вами сделаем. Потому что один паладин, ну, все-таки не справляется у меня с таким напором врагов, с такой кучей целых этих... Ронинов и тому подобное. Особенно с таракошами. Таракош вообще, ребята, он не может никак победить. Поэтому давайте, ребята, делать вот как я хочу. Естественно, сейчас будем с вами вызывать прыгуна. Знаете, почему прыгуна? Потому что первым пойдет там у нас какой-нибудь... Ну да, вот, видите, таракоша, естественно. Таракоша, потом следом за таракошей мы с вами будем призывать всадника на журавле. Давай, сноси этого. Вот это вот я понимаю. Вот это я... Ай-яй-яй-яй-яй. Вот Ронин тут, конечно, вообще не в тему, ребят. Ронин здесь сейчас был не в тему. Так, попробуем вот таким вот макаром. Так, ладно. Мы якобы прошли дальше с вами, смотрите сами. Я еще, ребята, призову всадничка одного. Так, растоптали, да? Давай-ка мы этих говнюков сдуем отсюда. И я, наверное, буду призывать уже друидку здесь. Да, ребята, друидку я призвал. Так, вот так сделаем с вами. Немножко, как говорится, их с панталыги собьем. Ну, хоть бы пилу выпустил, что ли, на дорожку, я не знаю. В тот раз мы, по-моему, одними всадниками с вами проходили, да, и причем довольно неплохо. Так, давай проверим. Так, берем с вами прыгуна. Где мой прыгун, я не могу, что там завис-то? Так, притягиваем. Ага, все хорошо, пока, ребят, все отлично. Видишь, пока мои отвлекаются на таракошу, враг бомбит моих юнитов. И он одного за другим вызывает. Он одного за другим вызывает. Твою же маковку, а. Опять 22 секунды. Я не могу, ребята, продамажить его. Вот в чем проблема. Не хватает именно дамага. Блин. Вроде бы все хорошо, ну, 4 секунды, ну. Ну! Да уничтожь ты! Есть! Успел же ведь, так? Успел, по-моему, ребят. На последней микросекунде. Че, неужели не успел? Ребят, не успел. Не успел. Что же мне сделать-то здесь? Что мне здесь можно сделать? Так, этот отряд. Этот отряд. Поехали этим отрядом. Я уже, ребята, все шансы просто, как говорится, все резервы свои бросаю на то, чтобы пройти этот уровень. Это какая-то имба. Серьезно вам говорю, имбище просто-напросто. Как быть? Ума не приложу, блин. Ладно, будем надеяться. Давайте вызовем мага-воина. И надо накопить нам как можно быстрее, ребят, с вами на ведьму. Ну, естественно, Вуджен. Естественно, ребята, Вуджен. Естественно, я ульту применяю. И вызываем с вами ведьму. Все, ведьма вышла. Сейчас, надеюсь, у нас все будет хорошо. Ведьма с удара будет ложить или нет? Всадника.
с удара. И это хорошо, ребята. Плюс армия зомби. Опять этот вудженчик, а. Воу, ничего себе он по ведьме дал. Вот это он, ребята, да. Вот это он звезданул, блин. Заморозка. Так, пока хорошо, ребята. Пока вроде бы как хорошо все. Ведьму, конечно, мы сейчас, ребят, с вами потеряем. Но уровень мы этот должны пройти. Вау. Вот это я называю, ребят, дамаг. Черт, энергии у меня больше здесь нет. И смотрим, кого нам дают. Твою ж маковку. Это же, блин, это же Ветродуй, ребята. Собственной персоны. Ветродуй собственной персоны. Плюс здесь тигр, вуджен. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. И что же мне тут прикажете делать? Вот этими вот архарусами здесь играть? Это не вариант. Это не вариант. И пробовать друидку, да? Друидку. Так, ну ладно, хорошо. Терракоши здесь нет, ребята. Терракотового воина здесь нет. То есть свободное прохождение. Но не забываем, что здесь есть тигр. Просто так пройти он, конечно же, нам не даст. Я боюсь, что он сейчас вообще выбежит в истерике. Кого мы тут сможем? Ну, ага. Просто, честно говоря, я думал, что он побежит и хотел его немножко притормозить. Ладно, будем так притормаживать. За счет паладина. А получится ли у меня? Получилось. Ну, ё-моё, ну... Отдуплился, хорошо. О, тигр бежит, явился, не запылился, блин. Явился, блин, не запылился, ребята. Не, мы даже пробить не можем. Фу. Сейчас еще и вуджен собственной персоны здесь подрулит, да? Ладно, предположим. А, тут уже, ребята, босс. Я там сижу, что-то рассусоливаю. Тут уже, ребята, босс пришел. Как мне быть-то? Друидку надо вызвать, она здесь не поможет мне. Мне, по-моему, сейчас, ребята, да, разнесли в замок в хламину. Фух. Погнали. Смотри, что делает. Так. Ребят, мне нужна друидка как можно быстрее. Вы поняли, да? Я в данный момент просто-напросто сплавил гемы. 10 штук, ребята, гемов мне пришлось потратить. Ну, если мы хотим с вами пройти этот уровень, мне пришлось просто это сделать. Иначе бы, ну, ничего бы не получилось бы у нас. У меня имбовых команд не осталось. А проходить надо. Так, ладно. Ну, бомбанули. Хорошо, хоть здесь у нас все получается. Так, отлично. 1,5 минуты у нас времени на все про все. Нам, ребята, нужно с вами очень сильно спешить. Душа, конечно же, душа. Кто бы, блин, сомневался, ребят. Ну, будет хилят или нет? А что там происходит-то? Минута 14, да? Давай так попробуем. Во всем виноваты вуджены. Моя друидка осталась одна. Один на один. Ее завалят сейчас, ребят. Не могу. Не хватает мощей. Мне просто не хватает мощей. Вот и все. Обидно. Обидно просто трындец как. Слушай, это говорит, знаешь, о чем, ребят? Это говорит о том, что, Рэй, по-моему, нам пора с тобой вообще полностью менять составы команд. Что это уже здесь, ну, вообще не катится, не рулит вообще никак. Я, да, начинаю потихоньку об этом задумываться. Эх,
Что же, у меня остался всего один отряд, у которого еще более-менее есть энергия. Я бы ни за что не подумал, что мы вот так вот с вами здесь застрянем, причем довольно капитально. Так, здесь еще энергия есть, да? Ребята, энергия здесь есть. На этом отряде у нас осталась энергия. Ну-ка, попробуем. Да, я не спорю, здесь Ветродуй, самый противный чувак. Но вот этот вот имбовый отряд, он, наверное, все-таки должен мне здесь помочь. Он должен хорошо зайти. Тут тигр. Против тигра мы знаем, кого, ребят, нам выпускать надо. Естественно, мага воина. Я удивлен, что, ребята, он просто выходит сейчас, а не бежит. И будем, конечно же, с вами копить. Ведьма, вы знаете прекрасно, что ведьма... Так, тихо. Какого ж ты лешего творишь-то, а, упырь? Тигр, да? Слышу, тигр там, ребята, выходит. Друидка, ой, друидка. Ведьма мне нужна, ребята. Сейчас мы с вами здесь все разрулим. Так. Отлично. Давай. Опс, отлично. Обмен, грубо говоря, произошел сейчас. Ох, сейчас был какой, ребята, хороший шанс-то. Ай, какой шанс-то был хороший. Ну, я надеюсь, ребята, ну, ульта мне нужна. Е! Мы босса накрыли. Мы босса-то накрыли, но... Как бы вам сказать-то это? Игра еще не закончена? Далеко не закончена. Так, заплевывают. Так, если нам еще успеть, ребят, призвать ведьму. Я сейчас попробую, наверное, это сделать. Потому что не даст он нам, ребят, с вами нормально жить. Погнали, попробуем. Ультой мы должны с вами вот так вот со всеми разобраться здесь. Ну... А где, интересно, мой... Подожди, а кто уничтожил мага-рыцаря? Я не понял. Ну, мы будем сегодня тут разбираться. Так, хорошо. 26, ребят, секунд на все про все. Ох, напряженный, ребята, бой. Напряженный просто бой у меня здесь. Смотри, у нас очень мало времени. Ульта. Ну, есть! Ох, сколько мне пришлось положить сил. Сил, ребята, чтобы пройти эту нефритовую империю. Ё-моё. И мне дали всего лишь из нужных. Это вот богиня солнца. Ну и деньги. Так, ребята, здесь... Ну, здесь только вот банши меня устраивают. Остальное, в принципе, все ерунда. Тем не менее, мы перелетаем с вами в новый портал. Квест завершен. Странник. И смотрим, ребята, что у нас здесь. У нас здесь будут и захватчики, будут здесь и подданные, да? Здесь будет нежить. И опять же, два подданных повторяются у нас. Ну что же, поехали. У нас, ой, елки-палки, молотильщик вместе. Ну, вы видите, с кем вместе. Естественно, с щитоботом. Ой, блин. А у меня, по-моему, никого нету, да? Чем можно было бы фармить с памяти этого молотильщика, ребята. Он же сейчас вылетит. Он же вырулит. Он же начнет резать, пилить. Раз. Получится у него с двух плюшек положить. Пока получается, ребята, все. Пока все хорошо. Давайте, наверное, призовем все-таки грифона. Мне кажется, грифон... За грифоном здесь, ребята, не смогу я его сейчас призвать. Надо энергию еще немножко подкопить. А уже после этого, да, после этого мы будем его призывать. Давай, грифа, родной, ты мне здесь нужен. Здесь, как говорится, нет таких чувачков, которые могли бы тебе навредить. Поэтому будем вполне спокойны. Разнесли. Давай далее. Так, пытаемся, ребят, противостоять здесь. Давай я вызову баллисту, уже все равно, ребята, победа будет за нами здесь. И пошел разлет полетов. Бамс. Так. Давай еще одного грифона вызовем с вами. Ну, вы понимаете, на первый бой, первая победа, и это все легко. Потому что там... А уровень-то, кстати, да, давайте посмотрим, какой левел. 93-94, вот поэтому, ребята, мы с вами легко здесь исправляемся.
Если бы здесь был бы 98 или 99, конечно же, была бы полная задница. Ничего бы я здесь сделать вообще не смог бы. А так потихонечку, полигонечку как-то разруливаем ситуацию. И мне это нравится. Так, ну что, молотильщик будет выходить или нет? Нет, вышел щитобот. А вот и молотильщик, ребята, вот и молотильщик. По идее, молотильщика должны с плюшки, да, ребята? С плюшки мы его сносим. И теперь давайте призовем, наверное, голема. Голема призвали, соответственно, следом вызывать надо нам что? Погоди, вот так вот сделаем. А теперь грифу. Конечно же, грифу, ребята. Слушай, а вот паук, он же, по-моему, не может, да, притягивать летающих юнитов? Или может? Я вот, честно говоря, что-то как-то не помню. Не помню, хоть убей. Ладно, ребят, неважно. У нас сейчас с вами другая цель. Разбомбить их всех тут. Ну и, соответственно, базу тоже. А вот паук-то крепок, однако, да? Крепковатый малый, тут ничего не скажешь. О, ну конечно, ребят, ну конечно. Как только у меня чуть больше начинается моих юнитов, естественно, надо циркуляре выпустить свою пилу. Молотильщику я имею в виду. Чтобы, как говорится, сравнять шансы, да? На победу, блин. Ну уж нет. Все равно, ребята, мы его притесняем, мы его уже зажали. Ну, это неудивительно, что опять пила полетела. Вот мне удивительно, что мы так долго с ними разбираемся, на самом деле. Очень удивительно. Так, фаербол полетел, и это был добивочный, да, ребята? Фух. Ой, блин, прикольно. Так, ну что, мы с вами на третьей позиции, ребята. У нас всего две энергии, но будем надеяться, что на каком-нибудь из отряде все-таки будет подкопленная энергия для того, чтобы мы с вами могли продолжить бой, хотя бы встретиться с боссом. А босс здесь будет, скорее всего, термин 9000, потому что до этого был, ребята, именно... Так, давай, подожди. До этого был именно ядербот. Да, именно ядербот был, поэтому, скорее всего, будет... А если будет термин, то этим отрядом уж я точно, ребята, не смогу разрулить эту ситуацию. Не смогу, и все. Мы слишком ничтожны для этого босса будем. Так, он достал уже, давай попробуем так бомбить. А что я сижу, жду? Мне нужен грифон, да и все, ребят, что мы? Грифоны, вы сами знаете, они летающие юниты. И они разбираются довольно хорошо с этими молотильщиками. Причем, зная, что никакого урона и дамага мы вообще не получим. Да, нижние, конечно, наземные цели получат. А воздушные им вообще по барабану будет. Кстати, здесь еще и Джаггернаун, да, я смотрю. Ладно. Он, ребят, свою сейчас получит все равно. Обожаю грифона. Я хочу его покачать, ребята, по полной программе. На 5 звезд это будет вообще имба. Если у нас имба вот баллиста, да. Но вы сами знаете, что если будет какая-нибудь там фигня, типа духа тигра лететь или пила от молотильщика, она сносит все наземные цели. А вот летающий юнит имбовый — это по мне грифон и чумная летучая мышь. Они просто вообще красотульки. Ну что же, у нас, ребята, с вами предпоследняя миссия. Здесь прибавляется хилбот. Тоже не есть хороший чувак. Так, вот здесь у нас энергия есть. Отличненько. Надо будет это запомнить. Ну а пока я буду, конечно же, вот этим отрядом разруливать ситуацию. Значит, здесь уже хилбот. И квест завершен на тактика. Да, в этой игре, по-моему, я сколько, ребят, потратил? 10? А, 20 гемов, да? Печалька, конечно. Для меня это перебор. Копишь-копишь их с таким трудом, и вот так вот, ребят, тратишь. Нелепо, да? Хм. Ну давай тогда так сделаем. Так, сейчас стопудово он будет вызывать молотильщика, мне почему-то так кажется. И, кстати, у меня нет ни одного какого-нибудь хилящего юнита, который бы мог бы хорошо хилять. Меня это тоже немножко, ребят, напрягает, если честно. Так, попробуем сделать так. Оп! Как я их, а? Накрыл медным тазиком. Будут знать свое место, паршивцы такие. Так. Отлично идем. Отлично мы идем с вами. Просто, ребят, по красоте. Баллиста, почему ты не можешь подойти сюда поближе? Вот, вот, молодец, застаешь. Вот это другой разговор. А то где-то там вдалеке бомбит, никак не может до него дотянуться. И долгий, ребята, откат у грифона, как ни странно. Вы заметили? Он очень долго откатывается. Мало того, что он дорого стоит, он еще и долго откатывается. Ну-ка, фаербольчик. Опс, отлично, very well. Поехали далее. И, ребята, мы уже подошли к замку. Мы уже его бомбим, не то что подошли. Ну, будет прощаться он со своим замком или нет, или еще поборется.
Не, по-моему, ребят, это бесполезно. Он что-то там пыхтит, бубнит, но ничего у него не выходит. Ну, радоваться нам рано, потому что впереди нас ожидает, скорее всего, термин 9000. Мы сейчас это, ребят, с вами проверим. Ну-ка. О нет, ребята, о нет, 95 уровень. Это крах, наверное. 95 уровень, друидка у нас, да? Все дела, поехали. 95 уровень, я 93-го, на 2 уровня разница. Не забываем, ребят, что это начальная фаза, поэтому босс может быть не настолько силен быть. Ну, по крайней мере, он будет разбираться довольно быстро, если, конечно, у нас все получится и пойдет как надо. Об этом тоже не стоит забывать. Так, подожди, вот так мы, наверное, с вами делаем, да? И теперь всадника на журавле, конечно, надо призывать. Так, хорошо, ребята. Вызываю я сюда молотильщика. Ну а теперь мне в любом случае нужно накопить на друиду. Хочешь ты, не хочешь, а надо. Дай сюда все эти плюшки. По-хорошему. Так, давай еще вызовем с вами молотильщика одного. И по идее мне здесь нужно, знаете, кого уже призывать. Да-да, именно прыгуна, ребята. Именно, ребятули, прыгуна. Ой-ой-ой-ой-ой, как сейчас было больно. И неказисто. Подожди, а почему у друидки столько мало здоровья-то? Эй! А кто так... Кто ее так наказал? Так, я боюсь... Воу, я боюсь, он уже вышел, ребята. А я говорю, боюсь, что он сейчас выйдет. О, начался там расстрел коммунизма, блин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что ж ты делаешь-то, Ирод, а? Что же он, ребята, делает-то? Смотри, смотри, что происходит. Хотя, смотри-ка, мы его... Мои ребята его прижали там. А, его хиляет. Его хиляет вот тот хилбот. И получается, что у нас ничего не получится, да? Твою же маковку. Да ладно, что, серьезно, что ли? Не может быть, чтобы ничего не вышло, ребята. Ну не может этого быть. Или может, блин. Да кто ж тебя там, говнюка, такого... Дай сюда этого хилбота сюда, блин. Наружу мне. Выводи, выводи, выводи его. Есть! Так, ну у нас 32 секунды. У нас, ребята, 32 секунды на то, чтобы разнести ему замок. Ну, вы как видите, мы не спешим почему-то, да? Мы, как всегда, не спешим. И еле идем. Естественно, тут появляется джиггернаут, который нам всячески мешает. Ну, ну, родные мои, не подведите. Ну, 14 секунд, ну, пожалуйста, я вас умоляю. Да, и они меня услышали. Ух, ребята, чего стоит вот это вот пройти один из этапов с боссом или еще что-нибудь? Это просто столько сил выкачивает из меня. Столько нервов, столько переживаний. Так, ну что же, давайте посмотрим, ребята. Энергии у меня, к сожалению, нету. А это говорит только об одном, что мы с вами будем завершать эту серию и обязательно увидимся в следующей. Ну а на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.